Крымск. Продается квартира в этом доме. Трехэтажный дом. Дом находится на горе. Это район Надежды. Цену оставлю в описании. Квартира находится на втором этаже. Однокомнатная квартира. 41 квадратный метр. Находится на втором этаже. Дом трехэтажный. Вокруг зелень. Есть парковочные места. Это новый дом. Есть детская площадка. Сейчас выйду. Покажу детскую площадку. Находится горка, качельки. Новый район. Дом новый. Так, крыльцо получается керамогранит. Дверь металлическая. Такой подъезд. Поднимаемся на второй этаж. Ступеньки кафель. Ступеньки кафель. А, такой коридор. А, на этаже 1, 2, 3, 4, 5, 6 квартир. А, заходим в коридор. Получается, на полу кафель. Здесь коридор, кухня большая, на кухне тоже кафель, кухонный гарнитур, высокие потолки, ванна, туалет совмещенные, кафель дорогой, есть умывальник, двери ламинированные. Заходим в комнату. Здесь на полу ламинат. Потолки высокие, обои дорогие. Новый дом. Заходи, живи. По цене оставлю в описании. И также квадратуру оставлю в описании. Так, с квартиры вышел во двор. Сейчас покажу вам. Возле дома находится остановка. То есть, если вы без транспорта, вы перешли дорогу, сели на остановку и доехали в Крымск. Вот он, город Крымск. Здесь район Надежда. А здесь Магниты, Пятерочки, Вальберис, Озоны. Это новый район.